Царство небесное, путь открыт для каждого, но войдет туда малое количество людей из всего человеческого рода. Господь Иисус укрепляет учеников словами: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Также некто спросил его: «Господи, неужели мало спасающихся?» На что Христос в подтверждении своих слов о малочисленности населения Царства Небесного отвечает: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Переведенное с греческого языка слово «подвязайтесь» также может иметь значение «боритесь», «идите напролом», что побуждает нас быть мужественным в деле борьбы с грехом и страстями. Спаситель говорит, что много званных в Царство Небесное, но немногие окажутся сильны и терпеливы на пути к Нему, потому и мало избранных. Одни люди задумываются о необходимости перемены своего внутреннего мира, другие, если и начинают этим заниматься, то слабо и небрежно, вследствие чего могут оказаться вне Царствия Божия. И они начнут взывать: «Господи, Господи, отвори нам! Мы ели и пили перед Тобою, и на улицах наших учил Ты». Что значит, мы и в храм ходили, и приступали к таинству причастия, и слушали проповеди священников: «Впусти нас!» Но Бог ответит: «Не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды». Ведь в их словах нет смирения и покаяния, а одна гордость фактом знакомства со Христом. «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Небесное», учит нас Господь. Покаяние и смирение, как состояние духовной нищеты, это ключи от Царствия Небесного. Они есть у каждого человека в засоренных карманах души, и на их обретение также необходимо приложить усилия. Вкушая тело и кровь Христа без покаянного чувства, христианин уподобляется Иуде, причащаясь в осуждение. Слушая священные писания и проповеди без смирения сердца, христианин уподобляется фарисею, слушая в осуждение. Потому Господь Иисус и усиливает свою речь словами: «Сказываю вам, не возмогут войти». Ибо это истина. В небесном царстве останется много свободного места. Вот уже 2000 лет звучит евангельское «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», чтобы каждый укрепил свою духовную жизнь и поспешил напролом к Богу, сметая грех на своем пути, пробиваясь сквозь легионы бесов, разрывая их сети. Зная, что жизнь христианина – борьба, укрепитесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы не только подойти к вратам Царствия Божия, но и войти в них. Царство Божие силою берется.